попался, наверное. Общепиты. Касса даже, да? Билет на все аттракционы 4. Браслет на все аттракционы 4. Сходи к фонтану, конечно. Я не знаю, поэтому проблема. Так я все буду сейчас. Ну, мы пойдем на тот. Пожарная команда. Что по стоимости? 250 за один аттракцион, да, получился? Да, я подумала. Правильно понимаю? Да. Надо найти, где он. Где-то здесь мы сходим. Пойдешь, давай найдем. Пожарная команда. Нет, она немножко вам попроще. Не автобус, это автобус, крутилка. Вот дальше, видишь? Пожарная команда. Оно же? Не называется пожарная команда. Значит, оно. Взяли? Так, сейчас. Всего вышло 350 рублей. Всего 350? Да, мы взяли два билета. Это билет на зигзаг. Это вот сюда? Да, и билет там на аттракцион машинки, на электромашинку. Вот на кнопочке нажимайте ехать. Ну, садитесь вон, видишь, сейчас сажаете. Сейчас. Санька, иди сюда, футболочку оденем.
страшно не было? Нет. Высоко летел? Да. Далеко глядел? Ну что, теперь у нас машинки? Да. Для детей раздулья. Гулять не хочу. Я не могу понять одного, почему мы тогда были на выходные здесь, и здесь 100 рублей за вход тогда просили, помнишь? Стояло. Наоборот, сезон уже начинался. Мы с тобой, когда первый раз здесь были, было бесплатно. Было бесплатно, как и сейчас зайти. Только еще не аттракционы не работали. Тогда уже было, уже они просили 100 рублей. Нравится? Сделаем. Да. Теперь куда? Это где? Это прямо и на правой стороне будут машинки. Понятно. Маленькие. Да, тепло. Да. А я ехал об этом поезде. Вагон. А давай на корабле. Кто-то сомневается, что нас сюда пустят. Чудеса на виражах. Ну это совсем взрослые. Вот это я еще поверю. Саня, Сань, Саш, Саш, смотри, какой крокодил. А это уже развлечение для взрослых. Предложу жене покататься. А ни в коем случае. Даже за деньги не согласилась. Можно себя летчиком однозначно почувствовать. На каком-нибудь истребителе. Можно представить, какие там перегрузки. Нажимай. Нажимай, нажимай все время. Вот. Да, конечно, тут аттракционов гора и маленькая тележка. На любой вкус, цвет и возраст, как говорится.
Огромнейшее просто колесо обозрения. Ракета. Это все для взрослых. А вдалеке даже американские горки просто огромного размера. Интересно тоже посмотреть на это все цены. Сейчас пойду к кассе. Просто интересно, что по ценам хотят за них. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы здесь вообще просто что-то все обойти, перекататься на всех аттракционах. Не знаю, на все ли аттракционы есть тут или нет, но есть такая функция, как билет, который 4000 стоит, он на всех качелях и аттракционах, и там можно кататься. Билет на все аттракционы 4000. В общем, где-то 300, 350, 400, 500, 600, 800, 900 и самый дорогой 1000 рублей. Это бустер стоит 1000 рублей, а на ракету 900 рублей. Испытать себя. Еще вот такую интересную штуку здесь тоже нашел. Летающая тарелка. Интересно, где же бустер? Посмотреть, что это за такой за аттракцион. Возможно, если я не ошибаюсь, вот этот аттракцион с двумя капсулами и есть тот самый бустер, самый дорогой здесь аттракцион за 1000 рублей. А вот подошел я тем временем к американским горкам, можно себе представить просто масштаб. Человек стоит, вот это все кольцо больших американских горок. Ну, я не знаю, что-то сегодня не видел, что здесь кто-то катался, именно на больших. И колесо обозрения на технических, ремонт закрыто, и американские горки, возможно, тоже. Большие. Маленькие, да, катаются. А маленькие там есть чуть поменьше американские, и там катаются. А хотя нет. Нет, вот первый раз кто-то едет, по-моему, или просто проверяют. Не, сидят люди. Так что все, кто хорошо себя чувствует с вестибулярным аппаратом и не боится испытаний, приходите, прокатитесь. Катапульта, так не бустер, а аттракцион катапульта. Какая смелая женщина. Она серьезно думала с девочкой там?
смелое решение. Уже не рада. У нее внутренняя радость. Она просто не эмоционально не проявляет пока мест эмоции. Момент истины настал. Словно свободный полет на парашюте. Примерно, наверное, такие же ощущения. Все же интересно посмотреть на их лица. Взрослые, ладно, а вот ребенок уже может получить, закончил уже стресс на всю оставшуюся жизнь. И девчонка даже улыбается. Такие двоякие чувства. Ну, это такая лайт-версия, там вот справа поярче, там открытая кабина полностью и больше ее крутят в воздухе. Ничего, вроде как живые. Ну что, пойдем дальше.
катамаранчики 15 минут, 500 рублей, полчаса, 1000, с головой кататься можно. Такой славный прудик тут вокруг. А тем временем я вот уже даже посмотрел на карте, где находится бустер, вот в его сторону направляюсь. Вот этот аттракцион, самый дорогой в парке, 1000 рублей. Один аттракцион все еще экстремальнее прежнего. Я не знаю, что еще можно было придумать пострашнее, чем такие аттракционы. Тот, кто хочет пощекотать нервы, наверное, точно получит здесь все. Вот это бустер. Самый дорогой аттракцион. 1000. Я к нему испытал уже давно иммунитет. И очередь из желающих покататься тоже не маленькая. Это на заметку о том, что все многие жалуются то, что у них маленькие зарплаты и нету россиян денег. Развлечения всегда деньги находятся. Пока одних сажают, у других акклиматизация происходит на высоте. Метров 100 точно тут есть. Даже девчонки пошли покататься. Олеся, спина. А вот это еще американские горки, уже, по-моему, третья, которую я здесь насчитал. И тоже кто-то катается, тоже очень много-много народу. Вторую партию посадили. Сейчас начнется шоу. Ну что, как вам такое
После этого смело можно в Лютное поступать. Смысл понятен. Кто желает, приходите. А потом сразу записывайтесь в институт или летное училище. Пойдем дальше, еще покатаем ребенка. Еще аттракциончик. Какой замечательный кустик. Самый цвет. Красота. Не мог пройти мимо, чтобы не снять, не показать. А, брат? Котел для детей. Да, для детей тут, конечно, раздолье. Вовсю. Да не только для детей, для взрослых, вообще тут для всей семьи. От мала до стара можно найти себе развлечения. Просто великолепнейшее место, вот такое вот, Дива остров. Не пожалейте сил и средств, обязательно приезжайте сюда. Отдыхать тоже надо. Работать хорошо, работать надо много, усердно. Ну и нужно отдыхать, позволять себе. Дорогие хот-доги, в принципе. Хот-дог, гриль. Хотите, давай перекусим. Давайте, возьмем. Вот такое чудо здесь. 250 рублей. А с коптести сколько? 150. 150? А по пути по 250. Слушай, мы дальше идем. Белочка бегает прямо посреди стритфуда и ничего не боится. Миколукский мясокомбинат. Шашлык 600 рублей. Не знаю, как шашлык, но мясо
у сети этих магазинов просто отменная. Заходили мы с той стороны парка. А выходить, наверное, будем где-то вот тут. Посмотрим, что еще расположено в той стороне части парка. Точнее, уже за его пределами. Ребенок не хочет уходить. Да. Все, с вещами на выход. Больно. Ну вот и все. Такой вот он замечательный, этот парк. Дива остров.